внутри меня сумбур, да, потому что я переживаю очень сильно по этому поводу. И для меня тоже было очень таким важным, какое решение будет принято министерством, да, что будет происходить дальше с музеем. Поэтому поддержка, доверие, которое оказало министерство, ну, сегодня для меня это самое большое, наверное, впечатление. Я, конечно, не знаю, как на это отреагируют мои родители. Вот, наверное, для кого это будет истинным шоком. Музей будет развиваться. Развиваться будет в том ключе, который был задан, да, в ключе, который будет по-прежнему являться для нас, ну, таким, я не знаю, внутренним стержнем, да, и пугаться ничего не стоит.